31-й детский сад был открыт в хуторе Коржевском в разгар перестройки. Он отвечал самым современным для тех лет требованиям, но прошли годы, и детский сад стал нуждаться в серьезном капитальном ремонте. Благодаря помощи неравнодушных людей сад был отремонтирован. Подробности в нашем репортаже. Те, кто видел 31-й Коржевский детский сад еще пару лет назад, не могут сдержать удивления, попав сюда сейчас. Действительно, как говорится, небо и земля. Светло-розовое здание с большими сверкающими окнами вызывает самые положительные эмоции. Изменения к лучшему просто разительные. Как же произошло это необычайное преображение? 2 года прошло с того дня, как на прием к депутату Государственной Думы России Ивану Демченко пришли коржевчане с просьбой обновить фасад детского сада. Депутат пообещал хуторянам помощь и доказал на практике, что его слово не расходится с делом. В садике очень качественно выполнен капитальный ремонт. Полностью обновлен внешний облик здания, заменены окна и двери, сделана новая отмостка. 31 августа воспитанники детсада, педагоги и родители отпраздновали день 30-летия садика и его открытие после капитального ремонта. Гостями праздника стали депутат Госдумы Иван Демченко и глава Славянского района Роман Синеговский. Утеплили и раскрасили и внутри, и снаружи, и замена окон прошла. И, конечно, вся эта программа проводилась совместно с главой администрации Славянского района, с Романом Ивановичем Синеговским. Я считаю, что мы нашли общий язык, потому что по району в целом у нас очень серьезная социальная программа совместная. Это и обеспечение мебелью школ, это восстановление поликлиники Кустовой, Петровской. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев неоднократно говорил, что главные инвестиции должны быть в будущее, в наших детей. Исполнение этой задачи – приоритет для районной власти. Роман Синеговский отметил, что помощь и поддержка в таких вопросах со стороны губернатора и депутатов очень важна. И благодаря поддержке Ивана Ивановича, вот сегодня эта радость, у нас действительно у нас состоялся праздник, потому что мы капитально отремонтировали наш 31-й детский сад. Все вы видите, как было все выполнено, да, качественно выполнены, значит, фасадные работы, заменили окна, заменили двери, максимально, значит, покрасили, то есть подготовили, я считаю, этот детский сад вот к празднику. Сегодня в нем дети, сегодня, значит, детский смех. Воспитанники детского сада представили на суд зрителей замечательную программу, где они продемонстрировали все свои таланты, танцевали, пели, декламировали стихи, благодаря взрослых за прекрасные условия, в которых теперь проходит их детство. Самые добрые слова благодарности в адрес всех, кто содействовал преображению детского сада, высказала и его директор. За моей спиной наш прекрасный детский сад, обновленный после ремонта, замечательный детский сад, в который с удовольствием бегут дети, идут родители, и с доброй душой, с хорошим настроением идут сюда наши замечательные сотрудники. И еще у нас очень замечательное событие – это 30 лет нашему детскому саду. В конце августа 2018 года нам исполнилось 30 лет. Валентина Подушка сказала, что коллектив детского сада квалифицированный и творческий. Свою работу все любят и трудятся с отличным настроением. Родители воспитанников также не смогли сдержать восхищение тем, что сделано для их детей. Мы гордимся тем, что наш садик приобрел такой красивый вид. Мы гордимся, что наши дети теперь будут воспитываться в таких прекрасных условиях. Хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто принял в этом участие. Родители ребят после окончания торжества долго общались с депутатом Государственной Думы. Они еще раз поблагодарили его за помощь, а он рассказал о своих ближайших планах по содействию в развитии социальной сферы Славянского района. Будет завершен капитальный ремонт Петровской больницы, приобретен хороший аппарат УЗИ и другое оборудование. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».